боевая игра за стейки, да, я имею в виду первая игра. Тут сложно в манеже многим командам играть, поэтому мы подготовились. Главная задача была восстановиться. Как мы видим, по игре мы это сделали. Ну и у нас были моменты, когда могли и раньше забивать мячи. Поэтому довольствуемся на сегодняшний момент одним мячом. Еще ничего не решено, еще есть вторая игра, поэтому на сегодняшний момент главное восстановиться футболистом и быть во всеоружии в Воронеж. Роман, спортсмен России из Красноярска, Вадим Евгеньевич, есть ли все-таки какое-то лукавство в этих словах? Или насколько у вас уверенность в том, что все-таки факел останется, тем более сегодня уже были сильнее, соответственно, дома будет другое поле, свободно речь. Вы говорите лукавство, какое с моей стороны лукавство? Вы команда Енисей тут проиграла на этом поле, насколько я могу помнить, родине, правильно? Или кому-то еще проиграл? Ну а тогда какое лукавство? Мы понимали, если команда Енисей вышла в стыке, она заслуженно вышла. И уже не первый раз выходит. Поэтому мы готовились к команде очень серьезно. Никакого лукавства с моих слов нет. Я не извиняюсь, что неправильно сформулировал. То есть все-таки есть у вас уверенность после сегодняшней игры, вы познакомились с соперником, что все-таки вы уже остались в премьер-лиге? Нет, конечно. С Енисеем я давно был знаком, еще с августа. Вы были тут, когда я приезжал в августе? Нет? Ну вот многие, наверное, тут были. Поэтому каждая игра, она разная, поэтому мы также будем готовиться, как и к этой игре. 1-0 – это скользкий счет.